где вы сегодня будете ужинать, Степан Богданович? Ну, что за вопрос? Конечно, здесь в Массолите, дорогой Григорий Данилович. Арчибальд Арчибальдович шепнул мне, сегодня будут порционные судочки а-ля натюрель. Виртуозная штучка. Да, умеете вы жить, Степан Богданович. Да никакого умения у меня нет. Обыкновенное желание жить по-человечески. Ну, так дома можно поужинать. Слуга покорный. Представляю себе вашу жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке на общей кухне порционные судачки а-ля натюрель. Да.